Ух ты! Дай-ка я тебя сфоткаю. Че, я иду? Всем доброго времени суток. Решил что-то вечерок с Марбышенком скоротать. А то всю херобуню-то херобуню. Ну и приехал сюда на мельницу. Сейчас маленько покидаю, посмотрю, чем рыбка дышит. А там уже видно будет. Может, перееду куда, может, здесь останусь ловить. Ладно, что получится, смотрим. Уклеечка. Окунь, окунь. Крупняк. Поставлю красненькую танточку от Алексея Ушакова. Смотрим, что даст. Мелочь пузатая. Конечно. Супер окунь. Ну, сегодня морма. Мормушечка потяжелее течения. Ух ты, убежал. Это мелкие кушарики они. Поставлю сейчас вот такую желтенькую мормушечку. Такую вот. Посмотрим, что нам даст эти изменения. Что-то как-то сегодня все печально. Так, поставлю вот такую ларвочку. Фиолетового цвета. У меня сегодня окунек один на нее клюнул. Посмотрим. Или рано еще, или не знаю, что надо местному рыбу. Обмельчаться надо. О, о, кто-то стукнул. Опа. У-у-у. Сегодня мормышинговый день. И кто-то клевать пытается. Супер окуни одни сегодня. Конечно. Оторвался. Нет, не оторвался. Поставлю ядовитую танту, которая мини. Сейчас буду яйцо ловить. Что, зацепил?
Подсак не надо. Не зря приехал. Обновил? Обновил спину. Дай-ка я тебя сфотаю. Че, иду? Запечатлеть. Исторический момент. Так. Не-не, вот так. Прям на меня. Во. Надо же, главное, правильно сфотографировать. Чтобы была крупняком. Ну, килушка есть, может даже побольше. Ух ты! Крупняки. У нас сегодня морма. Так, что-то не то. Нормального окуня что-то нету, одни какие-то мелочи пузатые. Сейчас пару раз закину, черную мормышку поставлю. Ага. Ух ты! Вот это что-то было, щук. Ставил такую черненькую мормышку. И опять один вот такой типа кроулич, не помню как называется, ататак. Сейчас только откусила мне щука мормышку, гад. Угу. На кого-то поймал. Карась! Интересуется кто-то. Стучит. Куняра. Ого. Карась поди опять. Конечно. Только карась хватает у него. Конечно. Удобно. А? Удобно. А? Пусти на пиво. Ой, надо сфоточ. Да. Пять карасик. Ну, уже пять штук поймал бы. Это тебе не щука. Буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. В принципе, половил, душу мормышником отвел.
прилове, в принципе, было все. И карасик, и окунек. Ну, хоть, правда, мелкий сильно. Клеечка даже была. Щука кормышку откусила. Изверг-садист. Ну, в принципе, вечерок нормально скоротал. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока!